Не так давно в Кургане отгремела музыка отборочных туров конкурса красоты и грации таланта «Женщина Зауралья». Сейчас участницы конкурса красоты усиленно репетируют финальное выступление. Для него запланировано несколько ярких номеров с женщинами, работает хореограф. Это будет по-настоящему красочное представление, которое порадует зрителей, рассказывает главный режиссер конкурса. Ставится на репетиции дефиле участниц, мы делаем специально, хореограф работает. Делаем танец, каждая участница будет танцевать. Вот таким образом постановка, конечно, будет. Всего в финал вышли 18 зауральских конкурсанток, но только 3 из них смогут стать победительницами. Одна из финалисток, Ольга Коренеева, признается, задача эта не из легких. Так как очень редко бывает репетиция, поэтому достаточно сложно это все воспринять. Возможно, кто больше времени дома уделяет этому, тому проще, а вот я урывками, поэтому мне сложно это задается. Бороться за звание победительницы регионального тура конкурсантки будут уже 16 ноября этого года в областной филармонии. Дарья Федерягина, Александр Меньшиков, информационное агентство «Курган.ру».